Вообще, что с этими троллейбусами случилось? Ну, это уже, наверное, он 12-й едет, тут 100%. 12-й. А куда он еще 12-го дели? Тут только могут электро проехать. Маршрут 53. А он тебе стали толпошкой стоять. Все толпошкой стоят. Раз, два, три. Три троллейбуса. А вот это уже четвертый стал. Вот этот стал и все за ним. Паровозиком. Вообще, это бред. Что, все маршрутки задержали? Что за... А вон пассажиры выходят с тех троллейбусов! Вон пассажиры выходят с тех троллейбусов. Вообще прикол! Что? Вот этот вот троллейбус, вот этот вот, он всех тут задержал, он. Три троллейбуса и пассажиры выходят. Вон, видите? Вообще, капец. Еще 12-й он уставился. Провода только недавно опускали 12-го. Ай-яй, что здесь? Троллейбус. Ну, вот стал как... Сколько пассажиров вышло? С того 36-го. Еще 12-й никак не поедет маршрут. Ну, 2 36-х, что ли, стало? Наверное. А этот стал. Ну я же говорю, эти старые скоро надо будет вообще на хлам выкинуть. А то они какие-то уже неработные. Вон сколько людей вышло с троллейбусов. Вообще капец. Туман. Ужас какой-то. Ну, сколько пассажиров идут. Еще с тех троллейбусов. Вообще. Капец. Вот от этого троллейбуса очень много пассажиров шло. Еще никак не сгорят. Сейчас, наверное, вон службу вызовут. Он даже с телевизором. Троллейбус. Вообще. Да вообще капец какой-то. 53-й встал. Вот этот, блин, вообще. А что с ним? Провода на месте, может, двери отморозились. Вся толпа разошлась. Сейчас, наверное... Сейчас, наверное, кому-то службу вызовут. Ну и все. И все поедут по своим паркам. Вот первый, от которого все зависит.